Радуйся, благодатная. Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Как будет это, когда я мужа не знаю? Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое дитя наречется Сыном Божиим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Знала ль ты, Мария, что твое дитя
над миром будет править. Знала ты, что твое дитя истекнет Божий, и младенец, спящий в яслях, известно, берет начало от слога «ма». Рождение ребенка всегда чудесно, но если ребенка рождает сама Святая Дева по воле свыше, а в лоне ее находится сам Господь, нет этой тайны превыше, она упрек всем иным чудесам. Когда в твоем сердце бушует стихия, и лучшие чувства разодраны в кровь, шепни или крикни «Санта Мария!» И душу на руки поднимет любовь. Как чаши разбитой, ломимой быть плоти, а крови пролитой. И каждый, кто будет той кровью омытый, к нему будет близок, как ты. И ты слышишь, как бьется сердце младенца, и как мать ощутила родное тепло у груди. Знать себе, что его ждет впереди. Итак,
Богородица, Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна. Кем же она была? Попробуем разобраться в этом ролике. Дева Мария наряду с ликом Христа и распятием наиболее узнаваемый символ христианства. Однако в Евангелиях Мария упоминается всего несколько раз, а в посланиях апостолов ни разу. Откуда же мы имеем так много фактов о ее жизни и смерти? Почему почитание Девы Марии стоит превыше почитания всех других святых? И даже создается ощущение, что чуть ли не выше, чем самого Иисуса Христа. Как стоит к ней относиться? Вот такие вопросы сегодня. И прежде чем мы продолжим, я попрошу подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также вы можете поддержать канал, ссылка в описании. Мы начинаем. Большая часть информации о Марии получена из апокрифических книг. Протоевангелие Иакова, Евангелие детства, книга Иосифа Плотника и святого Иоанна Богослова «Сказание об Успении Святой Богородицы», которая, к слову, к Иоанну Богослову не имеет никакого отношения. Христианская церковь не признает апокрифы как источник вероучения. Однако католическая православная и ряд исторических церквей принимают достоверность ряда сюжетов, связанных с земной жизнью Богородицы. На основании отдельных рассказов, взятых из апокрифов, сформировался корпус книг церковного предания, относящихся к жизни Девы Марии. Католическая, православная и другие исторические церкви признают предания наравне со Священным Писанием, то есть с Библией. Оттуда известным становится то, что сама Мария была рождена чудесным образом. Согласно апокрифу Евангелия от Иакова, родителями Марии были Иоаким и Анна, которая была уже в преклонных летах и, по всей видимости, была бесплодной до того времени, когда благочестивой паре, независимо друг от друга, явился ангел и возвестил, что Господь внял их молитве, и у них родится дочь, и об их потомстве будут говорить во всем мире. Также, согласно преданию, ангел повелел назвать девочку Марией, так как ею дается спасение всему миру. В отношении рождения Марии стоит сказать, что католическая церковь приписывает Марии непорочное зачатие. Это означает, что при рождении она не получила греховной природы, как все остальные люди, то есть была свободна от первородного греха. И по своей природе, и поступкам была безгрешной. Объяснить, каким образом от двух обычных людей родилась непорочная, то есть безгрешная девочка, было сложно. Но народная любовь к Богородице покрывала все и не нуждалась в каких-либо теологических доказательств. Ее непорочность для простого человека была аксиомой. В итоге на волне народных настроений папа Пий IX в 1854 году выпустил буллу, в которой провозгласил догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Догмат о непорочном зачатии не поддерживается, надо сказать, православием и протестантизмом. Итак, по мнению католической церкви, грешная женщина не могла родить Бога-человека. Поэтому Мария, по их мнению, не только не имела личного греха, но и была свободна от греха первородного, то есть от греховной природы, характерной для всех людей. Также, согласно преданию, Иоаким и Анна в знак благодарности Богу решили посвятить девочку служению Богу и отдать ее в храм. До трехлетнего возраста Мария сделала по земле всего лишь 7 шагов, а когда в сопровождении юных девственниц с зажженными факелами ее привели в Иерусалимский храм, то она побежала вверх по ступеням ко входу в храм, преодолев 15 больших ступеней, которые с трудом давались и взрослым людям. Для всех присутствующих это было чудом, и считается, что священник вел Марию во святое святых, то есть то место, куда мог входить лишь один раз в год самый высший священник. Там, в храме, она и оставалась до совершеннолетия, воспитывалась вместе с другими девушками, изучала Священное Писание и молилась. Согласно преданию, уважая данный ей обет безбрачия, священники хотели помочь ей найти супруга. Самостоятельно жить в миру незамужним девушкам в то время закон воспрещал. Ее решили обручить одному из старых вдовцов, чтобы он, формально считаясь ее супругом, был хранителем чистоты и целомудрия своей жены. Претендента выбирали путем жеребьевки, и когда очередь дошла до Иосифа, как говорит предание, произошло чудо. Широкий конец палки отделился от нее и превратился в голубку, которая села Иосифу на голову. Все поняли, что он и есть избранник Божий. Насколько можно доверять этим сведениям, записанным в апокрифических Евангелиях, судить вам. А что же говорит Библия? В Библии же, в Евангелиях, впервые о Марии мы читаем в связи с событиями, связанными с рождением Иисуса. Как известно из евангельских повествований, Марии явился ангел Гавриил, возвестив ей о том, что она родит от Духа Святого.
Во-первых, не будучи замужем, то есть на тот момент Иосиф был обручен, но они еще не были женаты. И во-вторых, будучи девой, то есть девственницей. После рождения Христа Мария всего лишь дважды упоминается в контексте земного служения Христа, а также в момент его распятия. Итак, авторы Евангелий не уделили большого внимания жизнеописанию Марии. А когда Богоматери появляется на страницах Библии, то только как второстепенный персонаж. Почему же тогда церковь так почитает Деву Марию? Как мы уже сказали, это связано с преданием, которое было взято из апокрифов. Помимо фактов, связанных с чудесным рождением и обручением, про которые мы сказали, еще более удивительным образом предание описывает успение Богородицы, то есть ее смерть, воскресение и вознесение. Рассказывается, что за 3 дня до своей кончины ей, ангелом Гавриилом, было возвещено о смерти. Она приготовилась, и чудесным образом в Иерусалим собрались все апостолы. Не было только одного Фомы. Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Святой Девы, говорит нам предание. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу своей пречистой матери и возвести ее в рай. На 3-й день гробницы Божьей Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не было. В тот же день, согласно преданиям, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь, теперь я всегда с вами». В католической церкви утверждается, что после вознесения на небо Мария была коронована Царицей Небесной от самого Бога. Итак, согласно преданиям, которые признают католики, православные и ряд исторических церквей, считается, что тело Марии было воскрешено и вознесено на небо, так же, как и тело Иисуса. А католики верят, что она была коронована как Царица Небесная. Почитание Пресвятой Девы Марии сформировалось к IV веку. В 431 году на Третьем Вселенском соборе в Ефесе она официально была провозглашена Богородицей и Царицей Небесной. Храм, в котором проходил собор, вскоре стал первым храмом, посвященным Деве Марии. Но есть и такое мнение, что Эфес не случайно стал центром почитания Девы Марии. В городе издавна поклонялись Артемиде, Астарте, матери богов, богине плодородия. И что этот культ просто переродился, получив христианскую окраску. А часть праздников, посвященных Марии в церковном календаре, стали совпадать с датами проведения языческих праздников. Давайте еще немного остановимся на титуле «Царица Небесная». Папа Пий XII в своем труде «Царица Небесная» утверждает, что основным принципом, на котором покоится царское достоинство Марии, является ее божественное материнство. Также Иоанн Дамаскин пишет, что когда она стала матерью Творца, она действительно стала царицей всей твари. Другие исследователи церковной истории считают, что у титула «Царица Небесная» есть и языческие истоки. Титул «Царица Неба» относился к матери-богине, которой поклонялись задолго до того, как родилась Мария. Еще во дни пророка Иеремии люди поклонялись «Царице Неба» и практиковали ритуалы, посвященные ей. В Ветхом Завете, в книге пророка Иеремии, мы читаем: «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба». Также Марию называли «Новой Евой» по аналогии с Иисусом Христом, которого апостол Павел называет «последним Адамом». Святой Ириней Леонский сравнивал Еву и Марию. Как одна была соблазнена падшим ангелом, так и другая была послушна ангелу. И как через одну пришла смерть, так и через вторую – спасение. Итак, католическая, православная и другие исторические церкви принимают предание Марии, веря в историчность описанных событий о ее рождении, жизни, воскресении и вознесении. Отсюда и особое почитание ее как Царицы Небесной и Новой Евы. А как к Марии относятся протестанты, которые своим источником вероучения считают только Библию, но не предание? Во-первых, протестанты, как и большинство православных, не считают Марию безгрешной. Во-вторых, для протестантов Мария, как и апостолы и другие сподвижники веры, это хороший пример верности и послушания Богу, но для протестантов она не является объектом поклонения.
В вопросе, является ли Мария посредником и ходатаем перед Господом в молитвах верующего, большинство протестантов верят, что единственный посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус, как об этом написано в Библии апостолом Павлом. Поэтому они, протестанты, не обращаются ни к Марии, ни к другим святым заступникам. В молитве «Отче наш», в которой сам Иисус учил молиться своих учеников, тоже ничего не сказано о его матери. Также в апостольском, самом древнем символе веры, Мария упоминается лишь в контексте рождения Христа, без титулов и регалий. Итак, во что будете верить вы, решать вам. Но если этот материал был вам полезен, понравился, то подписывайтесь и ставьте лайки, и поделитесь этим видео с другими. Ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах. Них моя любов, моя надія, відступає біль, зникає страх. Я дивлюсь на неї, гірко плачу, падаю під тяжкістю гріха. А вона молитв моїх не стачу, у любові тихо війняла. Молиться за нас свята невіста, ще не було, що не помогла. Радуйся, Марія, діво чиста, ти смиренням світ перемогла. Молиться за нас свята невіста, ще не було, що не помогла. Радуйся, Марія, діво чиста, ти смиренням світ перемогла. Я схилю коліна перед нею, Пресвята я діво, поможи. Все життя невгасною зорею, до спасіння ти мене веди. Мов дитина, я піду з тобою, не відпустить матінки рука. Твоїх вуст молитвою святою повернусь до Господа Христа. Молиться за нас свята невіста, ще не було, що не помогла. Радуйся, Марія, діво чиста, ти смиренням світ перемогла. Молиться за нас свята невіста, ще не було, що не помогла. Радуйся, Марія, діво чиста, ти смиренням світ перемогла. Ти смиренням світ перемогла. Существуют ли объективные доказательства того, кто есть на самом деле Мессия? Или же это проблема истолкования Библии различными конфессиями и религиозными группами? Именно поэтому я приглашаю вас снова изучать Писание. Писание, которое общее как для христиан, так и для иудеев, состоящее из закона Моисеева, пророков и писаний. И на нашей лекции сегодня я хочу, чтобы мы разобрали, пожалуй, самый сложный момент, самый трудный текст. Возможно, для многих христиан этот текст покажется чем-то весьма очевидным и понятным, но тем не менее, на протяжении многих столетий дискуссия между иудеями и христианами по поводу того, кто есть Мессия, сводится именно
к тексту, записанному в книге пророка Исаии, 7 главе и 14 стихе. Итак, сам Господь даст вам знамение. Сие дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Дева. Древнегреческое слово «парфенос» встречается в переводе книги пророка Исаии на греческий язык, именуемом «септуагинтой», хотя, конечно, 70 толковников в III веке до нашей эры переводили только лишь Тору, 5 книг Моисея. Это был заказ египетского царя Птолемея. Как была переведена книга пророка Исаии на греческий язык, мы не знаем. Однако же перевод есть, у нас есть оригиналы, и есть там слово «парфенос», которое переводится как «дева» в русском синодальном переводе. Ну и также это же слово греческое «парфенос» встречается и в Евангелиях. И тут многие оппоненты христианства имеют претензии, говоря о том, что слово еврейское «алма» не означает «деву». Слово «алма» означает «замужняя женщина», потому что слово «дева» на иврите – это «бетула», а, соответственно, древнегреческий перевод книги пророка Исаии здесь, в этом месте, и, соответственно, цитаты, которые используются, в частности, в первой главе Евангелия от Матфея, являются неверными. И, соответственно, вся история о том, что Мария, будучи девой и так далее, и так далее, это, кстати, мы будем разбирать в наших последующих лекциях, но вся эта история является полнейшей фикцией, потому что пророчество не говорит о том, что родит сына девушка, никогда не знавшая мужа. А это будет просто замужняя женщина. И вообще Иммануил – это никто иной, как иудейский праведный царь Езекия, который вот родился после… он был сыном грешного царя Ахаза. Понимаете, эта проблема настолько сейчас серьезная, что мне приходится читать комментарии опытных богословов, которые начинают проявлять определенную политкорректность в данном вопросе. И, соответственно, начинают говорить, что да, в христианском понимании это дева. То есть объективно нельзя определить, кто такая алма, дева или замужняя женщина. Ну что ж. Я хочу, чтобы нам на экран сейчас высветили слайд. К сожалению, я не могу прямо здесь, в своем компьютере, показать, как работает поисковик,
по древним еврейскому тексту Ветхого Завета. Но если вы видите сейчас на экране то же самое, что и я вижу, то вы видите стихи, сколько их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять стихов, правильно? В которых, понятно, не все умеют читать на иврите, я не требую от вас, чтобы вы тут прямо научились у меня читать на иврите, но вы видите красными буквами то, что красным подчеркнуто, это слово «Алма». И оно встречается вот в 9 стихах. Вот давайте посмотрим и разберем эти стихи. Ну, прежде всего, тут наш Исаия 7:14. Это то, что у нас под знаком вопроса. Такой икс в уравнении. Видите, я не хочу, чтобы, знаете, как часто люди бегают от специалиста к специалисту, от проповедника к проповеднику, узнать, а что этот говорит, а что тот говорит. И, естественно, восприятие субъективное. Я хочу, чтобы вы видели объективно, как проводится процесс библейской экзегезы, исследования значения слова. И мы с вами ее сделаем, это не проблема. Как говорится, Библия и симфония. Только нам нужна оказалась еврейская симфония. Ну, это не проблема, мы сейчас разберемся. Вот. В первую очередь я сразу отброшу тексты псалмов. Вот у нас в еврейском оригинале это 46-й псалом, 68-й псалом. И также у нас 1-е Паралипоменон 15-20. Если вы посмотрите псалом 45, стих 1, то вы увидите, почему я эти тексты сейчас отброшу. Псалом 45, стих 1, говорит начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламот. Понятно, что не подходит. Оно как бы выглядит как алма во множественном числе, но это название музыкального орудия. Кстати, позже я вам скажу, почему оно так называется. Мы с этим разберемся. Вот, поэтому пока я эти тексты отложу в сторону, а вот давайте посмотрим, например, текст «Бытие», 24 глава, 43 текст. «Бытие», 24 глава, 43 текст. И вот что у меня здесь сказано в русском синодальном переводе. Здесь говорит Элиезер, раб Авраама, и он рассказывает брату Ревеки, Лавану. Ревеку он, естественно, хочет сосватать, забрать в жены Исааку, то есть он приехал сватать. И вот он ему рассказывает, как все было, потому что, как бы, он, понимаете, не было интернета, не было даже почты, не было фотографий. То есть, как выглядит та, которую нужно было привести Исааку, информацию никак невозможно было получить. Поэтому он молился. И вот он, это часть его молитвы. То вот, это он Богу говорит, я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать воду, которую я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Девица, Алма, кто это было?
кто-то вышел навстречу колодцу и напоил верблюдов раба Авраама. Это была Ревека, правильно? Замужняя женщина в жены Исааку? Или, может быть, Авраам послал раба своего взять на своей родине кого-то разведенную женщину? Вы понимаете, что такое Алма в данном случае? Алма – это Ревека. Какая замужняя женщина? Вы понимаете, как оно выясняется в тексте очень легко? Ну, теперь давайте посмотрим следующий текст. Это у нас исход, 2 глава, 8 текст. Исход, 2 глава и 8 текст. Здесь речь идет о том, как обнаружили корзинку с младенцем Моисеем в реке. И тут дочь фараонова, написано, сказала ей: «Сходи». Кому ей? Это была сестра Моисея, Мириам, которая бежала вдоль берега и отслеживала, куда унесет течением корзинку. А дальше у нас что написано? Алма, девица, пошла и призвала мать младенца. Что Мириам, сестра Моисея, была уже замужней женщиной? Вообще, в принципе, мы даже не знаем. Она была пророчицей, но мы вообще не знаем, был ли у нее муж вообще или нет, в принципе, понимаете? Но однозначно в то время, хоть она его и старшая сестра, но вряд ли что на 16 лет. Скорее всего, она была тоже незамужней и называется Алма. Друзья мои, вы видите объективные факты? Или это только я их вижу субъективно? Давайте дальше смотреть. Тут у нас очень интересные тексты пойдут сейчас из книги «Песни песней». Такая поэтическая книга, вот, и сразу же первая глава, и у нас второй текст. «Песни песней», первая глава и второй текст. Здесь такая, как говорится, ну, это у нас поет явно девушка, поет возлюбленному, и она поет ему вот такие слова: «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы Аламот, Алмы, любят тебя». «Песни песней» кто писал и к кому относятся? К Соломону. Но мы знаем, что Соломон брал себе жен. Но скажите, пожалуйста, у Соломона что? Брал он себе в жены замужних и разведенных? Нет. Явно, однозначно нет. А вот дальше у нас сам текст расскажет нам, что такое Алма. Вот здесь у нас книга, та же «Песни песней», 6-8. «Песни песней», 6-8. И здесь рассказывается подробности семейного состояния, как это, состава семьи царя Соломона на момент написания книги «Песни песней». Вот. Есть 60 цариц, 80 наложниц и девиц без числа. Хорошее семейное положение, правильно? Однозначно не холост.
однозначно и точно не разведен, потому что все его. Вот. Что такое царицы, что такое наложницы и что такое девицы? А дело в том, что мы здесь касаемся структуры царского гарема. Мы видим похожая ситуация, например, с царем персидским Артаксерксом. И там мы видим, структура интересная. То есть приводят в гарем девиц. Правильно? Они как бы готовятся. Но вы же понимаете, царь Соломон не может быть одновременно в нескольких местах. Да? То есть девицы ждут своей очереди. То есть они пока девицы. Потом входят к нему. Естественно, он с ними живет какое-то время. Естественно, он должна быть по одной. В порядке живой очереди. Не знаю, как она устанавливается там. Вот. Ну и, естественно, та из наложниц, которая рождает ему сына, это уже царица. Это уже царица. Вы понимаете структуру? То есть, вы видите, все тексты мы с вами довольно разобрали неплохо. И мы видим факт за фактом, что слово «алма» относится конкретно не к замужней женщине. Ну, естественно, возникает вопрос, тогда Бетула почему? Давайте посмотрим на контекст. В контексте Алма – это всегда, вот если мы смотрим, Ревека. Вот здесь у нас девицы, которых только ввели в гарем. И, как говорится, возьмем даже Мириам. Да? То есть это у нас фактически Алма – это девица на выданье. Понимаете? Кстати говоря, если мы посмотрим на Мириам, дочь Илия, Мириам – это Мария, а ее отца звали Илий, как об этом пишет Евангелие от Луки, 4 глава. Она была обручена с Иосифом, понимаете? То есть она была девицей на выданье, то есть ее статус не был просто, понимаете, какой-то, ну, как говорится, девочки школьного возраста. То есть это определенный статус. То есть Бетула тоже имеет, и она более часто, потому что когда мы говорим о Ревеке, здесь я должен сказать, вернуться к книге Бытие, 24 глава, когда мы говорим о Ревеке, то по отношению к ней употребляется как слово «бетула», так и слово «алма». И так, и так. То есть это синонимы. Синонимы. Мы понимаем, что Ребекка не была замужней женщиной. То есть вот самый главный текст, четко нам дающий понимание, кто такая алма, это история с рабом Авраама, с Элиэзером, который встречает Ребекку и сватает ее за Исаака. И Ребекка здесь, даже три слова употребляется по отношению к Ребекке. Это Бетула, Наара и Алма. Все они означают одно и то же. Я не знаю даже, как на русском языке подобрать синонимы. Но это три слова, но ни в коем случае мы минус. Однозначно. Друзья мои, однозначно мы видим, что Бетула – это девушка, которая готова к замужеству, но еще замуж не вышла. Соответственно, у меня есть даже такое подозрение, почему употребляется в псалмах «аламот».
они пишут в синодальном переводе, вот, Аламов, да, в русском переводе, в синодальном переводе на музыкальном орудии Аламов. И музыкальное орудие – это вставка переводчика. А там же начальнику хора. У меня есть вообще подозрение, что в трех местах, которые я сказал, мы их выпустим, да, это Псалом 67, стих 26, и также Псалом 45, стих 1, и 1 Паралипоменон 15, 20, там вот это употребляется Соломон, всегда в контексте музыки. Я думаю, что это не музыкальное орудие. Я думаю, что это молодежный женский хор. То есть это, оказывается, псалом написали сыны Кореевы для молодежного женского хора. Вот и все. Поэтому можно попробовать его и спеть когда-нибудь, разработать. Это будет интересное историко-археологическое упражнение. Единственным текстом, который часто используют оппоненты понимания того, что Исаия 7:14 говорит о деве, которая еще не знала мужа, используется такой вот стих из книги «Притчи», 30 глава и 19 стих. Я помню, в Тель-Авиве 15 лет назад у меня состоялась очень интересная встреча с двумя молодыми людьми из такой еврейской организации Яд Лахим. Яд Лахим – это подадим, ну так можно сказать, подадим руку братьям. Что они делают? Они, ихняя задача помочь евреям, которые приняли Иисуса как Мессию, разубедиться в этом и вернуться, как говорится, в лоно иудаизма, отказавшись от веры в Иисуса как в Мессии. И поэтому они так вот очень активно вступают в библейские дискуссии. И вот, естественно, Исаия 7:14 был одним из главных предметов нашей с ними дискуссии. И когда я им предложил почитать о Ревеке и о Мириам, то, соответственно, молодой человек предложил мне прочитать с ухмылкой Притчи 30:19, где, в частности, у нас сказано следующие слова. Ну, я прочитаю 18. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Аргумент заключался в том, что, ну, тут употребляется слово «алма», аргумент заключался в том, что употребляющийся здесь предлог еврейский «б» может означать «в», то есть пути мужчины в алме, что он говорил с большой ухмылкой. Но здесь я тоже хочу ухмыльнуться. И моя ухмылка заключается в том, что три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Орел на небе, змей на скале, корабль среди моря,
При чем здесь, извините, это? Вы понимаете, почему здесь надо так переводить? Да, два значения имеет предлог. Русский переводчик выбрал одно из значений. А почему его надо как-то понимать по-другому? То есть, вы видите, каждый понимает в меру своей испорченности. И вот здесь, мне кажется, испорченность весьма субъективна, потому что это единственная зацепка, с помощью которой используют, можно мыслить о том, что Исаия 7:14 говорит о замужней женщине. Но если мы эту испорченность немножко так уберем, потому что здесь действительно значение этого текста в книге притчи, оно не совсем до конца ясно никому, то тогда остаются объективные аргументы. Объективные аргументы – это Ребекка, это Мириам, это девицы в гареме Соломона и женский хор. Что еще нам надо, чтобы видеть, что несмотря на то, что да, в греческом переводе Ветхого Завета встречаются грехи, но не в этом тексте. Этот текст, исходя из нашего вместе с вами подробного исследования, переведен абсолютно правильно. Исаия однозначно говорит в пророчестве о знамении, которое будет показано, что именно дева, не знающая мужа, зачнет и родит. Но в чем проблема? И почему так трудно это воспринимается? На это, к сожалению, есть весьма интересные объективные причины. И поэтому в нашем следующем сегменте мы поговорим о проблеме непорочного зачатия.
Матрофия, я соль одню на фервенте прегє. Questo straziato mio cuore, prego al suo dolore. Sperduta l'alma mia ricorre a te e pien di pene ci umilia i tuoi piedi. Invochi a te che tu le dia la grazia che solo tu puoi donare. Ave Maria. Темным звезда воссияла, и душа поселилась во плоть. Она веру людей проверяла, для того снизошел к нам Господь. Он лежал беззащитный в сиянии, и доверчив, и нежен лежал, так же, как и в простом понимании, в том младенце светилась душа. Во хлеву, средь ягнят хлебосольно, на себя белый свет принял он. И Мария молилась достойно, за поклоном творила поклон. Божьей Матери чудо открылось, для того снизошел к нам Господь, чтобы в каждом душа возродилась, чтобы прихоть не мучила плоть. Поклонились волхвы с умилением, наполнялись их души добром, прославляя молитвенным пением, на младенца дивились потом. Рождество — это жизнь и дорога, этот день как начало начал, это путь для служения Богу, если вера твоя горяча. И кому суждено здесь родиться, повторяет путь жизни Христа. Пусть для каждого он озарится верой с чистого жизни листа. Человек, он, как только родится, в нежном теле безгрешна душа. Удивленные близкие лица восхищаются им. Не спеша. В жизни миг этот не повторится, и добром одарив малыша, чтобы чуду любви восхититься, над кроваткой стоят, чуть дыша. Рождество — это праздник рождения, снизошел к нам на землю Господь, чтобы помнили это мгновение, как душа поселилась во плоть.